Цифровые решения – молодой, но амбициозный исследовательский центр. Здесь команда специалистов будет заниматься разработкой программного обеспечения для строительных компаний. Все IT-решения основаны на использовании искусственного интеллекта. Специалисты, которые работают, хорошо знают все нюансы работы с искусственным интеллектом. И достаточно интересная вообще деятельность формируется. К нам обращаются, когда молодые специалисты, они понимают, что мы идем в ногу со временем и те продукты, которые будут пользоваться спросом на рынке труда. В стадии разработки находится 5 проектов. Специалисты исследовательского центра уверены, их цифровые продукты могут значительно упростить работу строителей и подрядчиков за счет применения нейросетей. Компания стала партнером инновационного центра «Сколково». Она будет первой, кто плотно займется созданием цифровых решений именно для строительной отрасли. Надеемся, что этот партнерский центр покажет уже в самое ближайшее время, в ближайшие годы результаты не только для строительной отрасли Саранска, Мордовии, Пензенской области, но и для всей страны. Строительная отрасль – достаточно такая сложная отрасль, тяжелая, где инновации с трудом проникают. А здесь мы видим то, что первый будет, можно сказать, в России цифровой центр, который именно в строительной отрасли работает. Это очень важно для нас. И это очень важно, то, что все это открывается в технопарке. Ну, то есть мы видим то, что республика все-таки умеет к себе привлекать технологические компании. После торжественного открытия исследовательского центра специалисты подробнее рассказали о своих проектах. Для их реализации нужны молодые кадры со свежими идеями. Центр планирует активно сотрудничать с вузами Мордовии, Пензы, Ростова-на-Дону и предлагать работу студентам технических направлений. Ирина Радайкина, Александр Овчинников. Народные новости.